Су-су, с вами Десу. Сегодня я играю в Майнкрафт, такую мини-игру. Голодные игры. Стойка. Это же влог. Блин. Су-су, с вами Десу. Сегодня я снимаю свой новый влог. Итак, вот он я. Думаю, вы смотрели мое прошлое видео в Майнкрафте. Скажу честно, ролики не ходили так долго, потому что я был в Москве. Сейчас в селе у бабушки. Вот тут солнце так. Итак, сегодня я иду на день рождения к моему лучшему другу Диме. Дима, если ты смотришь это видео, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья и наилучшего. Играю в PlayStation. Вот он. Я тебе сейчас покажу, какие у меня диски есть. Давайте вытащим все. Так. У меня есть Battlefield. Тут драки, не знаю, как прочитать, потому что я английский не учил, я французский учу в школе. У меня есть прикольная игрушка. Я с пацанами каждый день в нее играю. Знаете, как прикольно. И Кратос, бог войны. Тоже прикольная игра. И все. Вот это такой у меня джойстик черный и красный. Вот моя комната. В ней я сплю. Вот видите ее. О. Эй. Итак, сейчас покажу мой рабочий стол. Вот мой комп. Сейчас я его покажу. Вот он. Здесь у меня сидит iPad мини. Вот тут какие-то рисунки с Дэдпулом. Через комп нарисовал. Нефиг делать было. Вот. Вот у меня есть коллекция машин. Сейчас я включу свет. Так, давайте я вам покажу. Вот, смотрите. Так. Видно? Такие у меня модельки. Вот это первая полка, сейчас вторая. Думаю, что хорошо видно. Вот третья полка. Так покажу. И последняя полка. А всего вот столько. Вот я дам вот так. Всего. Так. Я болею вот за Барса. У меня есть друг Дима принес с моря вот такое из песка. Прикольное. Спасибо, Дима, за этот подарок, сувенир. Прикольный. Поставим сюда. Давайте поставим сюда. Итак, что же делать сейчас? Что вам рассказать? Да, и, кстати, я больше не буду снимать видео про Майнкрафт, потому что у меня бандикам не работает. И я когда снимаю видео, у меня выкидывало с Майнкрафта. И вот почему я не снимаю больше видео с Майнкрафта, иначе снимаю влоги. Я снимал влоги, тогда ставьте лайк, если под это видео наберется 10 лайков, я сниму новый влог. Итак, вот наш именинник Дима. Привет. Привет. Итак, пошлите играть в фифу. Вот я с Димой пойду играть в фифу. Давай, пошли. Что я тебе сделаю? Ну, сейчас посмотрим. На поджопнике играем. Да, давай. Давайте я сейчас включу. Так, надо найти диск. Вот он. Так, прекрасно. Хорошо, мой черный. Вот он диск. Вот он, сейчас покажу вам. Вот он.
прикольно. Сейчас я его включу. Так. Так, вот я зашел в FIFA 16. Вот так, если видно. Сейчас покажу. Сейчас. Вот мы теперь выбираем команды. Дим, ты за кого будешь играть? За Португалию. Mm-hmm. Давай я возьму Францию. Так. Сейчас финал будет. Если смотрел финал Евро, ставь лайк. Если болел за Францию, опять ставь лайк. Не, ставь лайк. Если болел за Португалию, ставь лайк. Я потом это вырежу. Давайте возьму Францию. Все. И на счет 3 я вам покажу счет. 1, 2, 3. Все, вот счет 1-1. Серия пенальти 0-3, я его выиграл. Дима, покажи повторы. Пока. Ну, зайди яркие моменты. Первый гол Гризмана. Ирик, кто первый забил? Чудо. Давайте сейчас вот, смотрите. Это как бабушка. Смотрите, какой гол забил. Вот. Все. Итак, Саша. Ну, я думаю. Итак, мы идем быстро к нему домой. Там мамка его должна прийти. А потом пойдем на дыры. Так, увидимся на дыры. Итак, мы подходим к дому Димы. Вот он, Саша. Сейчас мы сейчас зайдем во двор. Давайте позовем его. Дима! Все будет. Дим! Иди сюда. Мы видеоблогер. Вот наш именинник. Все, Димюша. Это тебе. Спасибо. Здорово. С днем рождения. Все. Спасибо. Итак, я пришел с днем рождения. Мне очень понравилось, было круто. Сейчас я с пацанами пойду на речку купаться. Жаль, что я не смогу это все записывать, потому что у меня садится телефон. На сегодня, думаю, хватит. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Дудесус. Пока!